Дорогие друзья, продолжается рождественский ажиотаж Одесса, ТРЦ Ривьера, мастера хендмейд. Итак, перед нами великолепные снеговики. Мы наблюдаем работу великолепного мастера. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана, Панайтова Светлана. Я занимаюсь вязаными изделиями, но мое самое любимое – это мои вязаные игрушки. Так как у нас совсем чуть-чуть осталось до Нового года, у нас новогодняя тематика. Все, кто еще не успел приобрести, пожалуйста, приезжайте к нам в Ривьеру. Есть классные снеговички, есть такой традиционный олень Рудольф в новогоднем стиле, куколки, гномушки. И так как у нас символ года свиньи, у нас есть такие вот замечательные хрюши, Санта-Хрюн. Вот такие вот девочки, тоже хрюши есть. Ну, в общем, есть еще очень много интересного для деток, в принципе, для интерьера, игрушки. Кто хочет утеплиться, есть вязаные шапки, головные уборы для деток и для взрослых. Ну, в принципе, ждем. Спасибо. Ждем всех ТРЦ Ривьера 28, 29, 30 декабря. 2018 год, ТРЦ Ривьера, Одесса. Приходите, вы получите море удовольствия.